О новой информационной системе детально рассказывают разработчики. Она заработает в Казахстане с 1 июля. Система e-обращения позволит сформировать единую базу всех обращений, поступающих в государственные органы, сократить сроки рассмотрения обращений за счет оптимизации количества запросов между госорганами, информировать заявителя обо всех этапах и сроках рассмотрения обращения. Система e-обращения позволяет вести систему обратной связи с заявителем и оценки качества работы госорганов. Ответы будут подвергнуты системному анализу, что позволит пресекать факты отписок и сформирует единообразную практику рассмотрения обращений в конкретных сферах. Спикер разъяснила, как будут рассматриваться заявления граждан. По новой системе не будет волокиты и перекладывания ответственности друг на друга. Нам нужно, чтобы нас услышали. Сейчас мы работаем над кодексом о общественном контроле. Мы сейчас разработали 60 проектов, каждый по 500 тысяч тенге. И проекты мы кинули прям не только членам гражданского альянса, а всем НПО. Кто сможет, тот будет участвовать. И это общественный контроль. Разъяснение, что такое общественный контроль. Это не коммерческое, там, допустим, это, мы это все делаем. Второе, мы сейчас, вот буквально сейчас, мы вслед за вами идем и создаем координационный совет. В обществе играет очень большое значение для формирования вот этого института, во-первых, да, и по поведению, и культуры. Реализовать еще в рамках дорожной карты занятости можно это спокойно реализовывать по 500 тысяч тенге. Это они же как гранты живут. Поэтому, значит, я вас поддерживаю. Информационная система e-обращения уже работает в странах СНГ. Чтобы внедрить ее в нашей стране, Казахстану понадобилось время, чтобы обучить работников гос- и судебных органов. Шанару Оразова, Ерлан Бексаидов, Нургельда Садуакас, информационная служба телекомпании «Отрар».